Это военкомат? Это военкомат? Что? Это военкомат занос. Вот такой гриб растет. Взрыв какой-то был, вот такой гриб растет. Ой, как страшно. Вот так. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Очевидцы сообщают о взрыве в подмосковном Сергиевом Посаде. Столб дыма виден как в городе, так и с железнодорожной станции. У вас на экранах сейчас видео, как это выглядит. База пишет, что взрыв произошел на Загорском оптико-механическом заводе. А в соседних домах выбило окна. Завод расположен на северо-западе города. Также на заводе в Сергиевом Посаде объявлена эвакуация из всех зданий и цехов, в том числе арендованных. Об этом пишут местные власти. Перед вами кадры, снятые очевидцами в первые минуты после взрыва в Сергиевом Посаде. Предварительно это был взрыв БПЛА, удар беспилотника. Вот такая хуйня полетела сюда. Вон там взрыв был. Возвращаемся к главной теме. Оперативные службы прямо сейчас работают на месте ЧП на заводе в Сергиевом Посаде. Момент взрыва зафиксировала камера в подъезде одного из жилых домов неподалеку. Сейчас мы с вами кадры все эти увидим. Звук действительно был слышен абсолютно по всему городу. Я подготовил карту, мы с вами сейчас ее тоже вместе посмотрим. У зданий рядом повыбивало стекла. По данным ТАСС, который ссылается, в общем-то, на экстренные службы, пострадали 11 человек. Однако у других источников данные разнятся. Есть сообщения и про 18 человек, но мы все-таки опираемся на официальные информации. Агентство 11 человек, еще раз пишет ТАСС, которые прямо сейчас обсуждают СМИ, простите, очень активно. Взорваться мог склад некой пиротехники, то есть это одна из компаний, которая арендует площади на территории этого завода. А что это такое? Я отсюда, я отсюда, вот так. Это небезопасно. Уходим. Давайте ухожу. Давай. Скажите, это что взорвалось, скажите? Потом, дайте работать. Хорошо, работай. Дай сюда, телефон! Все. Привет, дорогие друзья, и снова самая главная новость – это атака беспилотников. Беспилотники на этот раз надводные. И снова Министерство обороны отчиталось о поражении всех беспилотников. Атака удачно отражена, никаких пострадавших, никаких повреждений, все отлично. Ну а те видео, которые появляются в сети с буксировкой Оленегорского горняка в порту Новороссийска, это, понятное дело, все сплошной фейк, провокация, да и вообще сплошная дискредитация. Ведь тут все очень просто, правда, это не то, что видно собственными глазами. Правда, это то, что сообщается официально. Вот и все. И никаких вопросов. Вот, к примеру, вождь подписал закон, согласно которому теперь верхняя планка призывного возраста будет в 30 лет, а нижняя такая останется 18. Вроде же обещали поднять тоже до 21 года. Нет, будет теперь вот так именно, с 18 до 30. Ну это же хорошо, правда? И опять же, наверное, это делается все для людей и исполняя желания людей. Люди, наверное, так захотели. Буквально потребовали, чтобы призывали с 18 аж до 30 лет. А что не до 40, не до 50? Хотя это ж такая история, что вообще ничего невозможного нет. Все горизонты открыты. В такой стране живем. Но этого ж, как всегда, мало. Так называемый депутат Картаполов разродился очередной просто отличной идеей. Он анонсировал законопроект, согласно которому за уклонение от мобилизации будет уголовная ответственность. Самый минимум там останется штраф, правда, штраф будет очень крупный, а вот по максимуму можно получить аж до 5 лет лишения свободы. А для чего это делается? Ну, опять же, наверное, по пожеланиям людей, как всегда, по просьбам трудящихся. Люди прям хотят, чтобы за это была уголовная ответственность. А вот когда самого Картополова спросили, для чего это делается, и не связано ли это как-нибудь с возможной будущей мобилизацией, он ответил: нет, да что вы, с чего вы взяли? Ни о какой мобилизации даже речь не идет. И добавил, что мобилизацией даже не пахнет. Вообще у Картополова в последнее время какие-то очень странные отношения с его обонянием. Где-то ему прям чудится запах войны, а где-то ему даже не пахнет мобилизацией. Как-то это вообще очень странно, что депутат все вопросы воспринимает исключительно на нюх. В конце концов, это депутат или какой-то терьер, который все нюхает и делает какие-то глубокомысленные выводы. В общем, Картаполову не пахнет никакой мобилизацией. А что, это разумно? Зачем тогда уголовная ответственность? Ну, потому что не пахнет. И вообще, по заявлениям Картаполова, здесь абсолютно нет никакой связи. А что и правда, сказано же вам официально, нет никакой связи. Значит, правда. Вот еще одна очередная инициатива, которая тоже 100% будет реализована, тоже будет чистой правдой. Инициатива от самого Владимира Васильевича о том, что все российские чиновники должны пересаживаться на отечественные автомобили. Дескать, в госзакупках больше не должно быть никаких иномарок, все автомобили для государственных нужд должны быть исключительно отечественного производства. Это интересно, опять же, какие. Всегда этот вопрос, он как бы очевидный, но он как бы остается без ответа. Отечественные автомобили — это вообще кто? Это вообще что? АвтоВАЗ, который передали за копейки? Или Москвич, который китайский? Что будет отечественным автомобилем? Ну да ладно, допустим, АвтоВАЗ. Насколько вообще все это реально? Что это за древний косплей каких-то позднеельцинских времен? Конечно, все не против посмотреть, как чиновники, депутаты, министры будут гонять на отечественных ведрах с болтами. Это было бы незабываемое зрелище. Вот насколько это реально. Это же популизм чистой воды. Этого просто никогда не случится. От слова совсем. А нет, сообщили же официально. Ну, наверное, тоже правда. Как и свежее сообщение от Росстата о том, что за последние 15 лет зарплаты и реальные доходы растут не просто как-то очень быстро, а растут рекордными темпами. Поставлен абсолютный рекорд. В общем, в первом квартале 2023 года рекордно выросли доходы в 44 раза. Ну, правда, относительно тех, что прогнозировали. Прогнозировали на 0,1%, а выросли аж на 4,4%. Что в 44 раза больше. Это просто безумие какое-то. А во втором квартале еще круче. Во втором квартале доходы выросли более чем на 13%. А это рекорд за последние 15 лет. Насколько все это как-то хотя бы соотносится с тем, что происходит неожиданно в реальности? Росстат такое впечатление просто по приколу сообщает какие-то рандомные значения. Выросли доходы. Невероятно. В невероятном масштабе денег стало столько, что просто девать их некуда. Хотя, может быть, это как-то связано с тем, что доллар уже 95 пробивал отметку. Ну, в смысле, за доллар дают больше рублей, рублей становится очень много, и теперь прям не знаем, куда все эти рубли девать. Это же тот самый гениальный экономический подход. Ну, тот, который еще анонсировал много лет назад вождь. Мы им что-то туда, они нам оттуда доллар, а теперь доллар по 95, рублей еще больше. Экономика в выигрыше. Согласитесь вы или нет, что Россия остается последним в мире хранителем основ рыночной экономики. What? Bro, what are you talking about, man? То есть у нас страна, где рыночные механизмы, в рынок нас затащили, подчеркнем, да, без нашего желания. Понятное дело, что среднестатистический гражданин понимать не будет и не должен. Но тем не менее, если она декларируется, рыночная экономика, то давайте действовать в этих рамках и по этим законам. В том числе и в глобальном, я имею в виду, в мире. В глобальном мире. Экономика должна быть экономной. Таково требование. Тем не менее, еще раз, если мы действуем по законам, а все остальные против нас действуют, не соблюдая эти законы, то здесь надо дважды, трижды, четырежды подумать, прежде чем продолжать эти законы соблюдать. Поэтому, что касается сегодняшнего курса, который взволновал, конечно, общество, но ничего драматического-то не происходит.